Ребята, всем привет! У меня сегодня эксперимент. Хочу засолить толстолоба в деревянном ящике. Рыба на 6 килограмм. Солить мы будем толстолоба месяц на улице, пока погода нас позволяет. Ну что, начинаем? Поехали! Так, ребят, вот такой у меня деревянный ящик. В нем буду солить толстолоба. До этого я солил в нем лещей. Если кто хочет посмотреть ролик, ссылочка в правом верхнем углу. Вот. Короче, насверлил дырки. Сейчас будем солить. Толстолоб у меня 6 килограмм, замороженный. Серега Спирин, тебе респект и уважуха за такого красавчика. Будем его кушать в апреле месяце. Всыпаем соль. Ну, пару пачек я на дно сначала сыплю, примерно. Вкладываем этого монстра. Ну, в принципе, он в аккурат зашел. Ну, все, и погнали. Еще, конечно, хорошо бы в жабры запихнуть. Сейчас попробуем. Вот так. Так, жабры соли набил. Продолжаем засаливать. Так, все, мы засыпали нашего толстолоба. У нас ушло 13 килограмм соли на 6-килограммового толстолобика. Так, ящик закрываем вот такой фанерой. И ставлю сюда гнет. Чем больше, тем лучше. Вот. Ну и, соответственно, снизу поставим какую-то гастроемкость, чтобы вся жидкость толстолобика туда сливалась. И все, и забываем на месяц. А дальше включимся. Для вас это секунда, для меня целый месяц. Всем привет, ребята! Всем привет! Привет! Что, прошло почти полтора месяца, как наш толстолобик засолился. Сейчас, кстати, ко мне приехали друзья, кулинары, рыбачки. Я забыл. Серега и Димарик. Вот, сейчас возьмем ящик и прям при вас его откроем, достанем толстолоба. Ну, это, конечно, у меня первый опыт вот такого соления большой рыбы. Ну, что получится, то получится вообще. Будем надеяться, что да, будем надеяться. Все будет хорошо. Все, поехали. Так, несу ящик. Давай, давай. А вот и он. Твою же дивизию. Опа. Так, вот так. Вот так. Так, открываем. Сейчас я камеру поближе поставлю. Пахнет. Так, открываем. Ой, акс. Ого. Снег? Снег. Так, ну чё? Какой-то он у нас рисовался. Подожди, а где? Это пузо. А, это пузо. Вот. Вот башка, бля. Как вас тут достать, бля? Помогай, бля. О! Так.
Офигеть. О, какой, бля. Так, сейчас. Сейчас. Вот так вот я вам покажу его. Во. Во какой. Но пахнет приятно, кстати. Сейчас я его чуть тряпочкой протру. Даже водичкой, наверное, чуть сполосну. И включимся, ребят, прям буквально 2 минуты. Столовик. В общем, что, мы его просто протерли, не стали его мыть. Давай вот так, что ли, попробуем. Нет, Люда, да, вот так. Да, вот так вот. Да, вот попробуем. Да. Нихуахуа. Ну, слушай. Заебись, пахнет. Ну, да. Ребят, смотрите, как смотрится. Цвет какой. Срез какой. Модный. Четкий. Шкура такая плотная, бля. А кто не знает, как ловить такого, заходите на канал «Рыбак на кухне». Да. Я там показываю, как ловить толстолобы, на что и чем. Ну, слушайте, ну, бля, слюни аж потекли. Выглядит бомбезно. О, какие стейки. Ну, я вот такие и жарю обычно. Бомба. Так, ну что, по пивку наливаем. Так, ну что, ты первый. Но есть соль-то. Получилось, блядь. Ну давай, на, серый. Не, я не. Блин, ну что? Вот прям вот малосол, прям вот, ну, ништяк. Бомба! Да? Отвечаю, бля. Мне уже не надоели толстолобы. Бля, он вкусный. Да. Пацаны. Желудочный эксперимент. За толстолоба. Эксперимент удался. Замораживал, потом солил в ящике деревянном. Полтора месяца. Я не хочу. 13 пачек соли использовал для этого дела. Ну, жирный тренинг. Вы только смотрите, да, много не наливайте, а то он очень жирный. Не все выносят столько. Очень жирный, но очень вкусный. За полтора месяца он просто малосольный. А малосольность такая, знаешь, вот прям в меру вот такая малосольность. Ну, кстати, хороший. Ну, чё? Почему говорить нет? Блин, вообще. Вот здесь вот этот верх отрезал не такой жирный. Они справились. Там вообще вот здесь вот будет вообще один жир. Надо есть хвост. Ну и тут все же текет. Фантастика. Толстолоб же это одна из таких рыб, которые жир, вот этот, который у него по вкусовым качествам, как у морской рыбы. Омега-3? Ну да. Я, ребят, еще кусманчик, с вашего позволения. Димарик, ты меня поддержишь? Да, конечно. Кушай. Через 2 часа позвонил, да. Блин. Он очень вкусный. Просто вот вкусный. Диман уже в жир вляпался. Да не, нормально. Да, на салфеточке. О!
Я же сразу сказал, там сейчас жир потечет. Благодарю. Ну да. Стоит сделать такое. Да. В общем, эксперимент удался. Поддерживаю. Да. Подписан на канал, ставьте лайки, колокольчики, все дела. Канал ребят, подписывайтесь. На узловского паренька, на рыбачка на кухне. Какой-то кусочек отрезал, да? Да что-то. Все-таки решил, да? Вот мы все-таки решил. Я там сейчас за кадром. Стесняется. Бомба. Все, друзья, мы закругляемся. Точнее, мы продолжаем. А вам скажу до встречи. Пока.